И о происшествиях стали известны причины ЧП на железнодорожной станции «Лена» в Усть-Куте по официальной информации в ВСЖД. Около половины третьего ночи на территории транспортной компании произошло возгорание под пролетами пешеходного моста. Виадук соединяет два жилых микрорайона города и как раз проходит над железнодорожными путями возле станции «Лена». Дело в том, что виадук уже долгое время не использовался и был перекрыт для движения в связи с тем, что он нуждался в капитальной реконструкции. Дело в том, что недалеко от виадука находится площадка для складирования газовой трубы, и по неподтвержденным пока данным, ущерб, причиненный газовой трубе, составляет порядка 10 миллионов. Сейчас правоохранительные органы и железнодорожники выясняют причины и обстоятельства происшедшего. По предварительным сведениям, загорелись резиновые уплотнители, которыми прокладывают газовые трубы при транспортировке. Через 2,5 часа пожарный поезд справился с огнем. От высоких температур металлические конструкции моста деформировались. Обвалился один из двух пролетов сооружения. Также испорчены трубы, которые используются для строительства газопровода «Сила Сибири». Пострадавших нет, на движение составов происшествие также не повлияло.